Всем привет, дорогие друзья. У нас сегодня заморозки, причем сильные. Но день обещает все равно быть солнечным, теплым. Птички поют. В общем, хорошо. Лед. Завтрак. Мой завтрак конкретно. Всех накормила уже. Ваня картофельное пюре ел, Саша чай с бутербродами, а я вот буду кашу. Кашу из светофора с абрикосами и черносливом. Залила уже кипятком. Сейчас будет готово. А еще я вчера делала вот такой вот салат из морковки. С чесноком, с сметанкой. Так чудненько. Прям такой прекрасный салат. Вот, хоть и простой, но прям... нереально вкусно. Вот такой будет замечательный у меня завтра. Привет, друзья. Я ем яблоко. Друзья, тебя очень рады. Друзья мои, на сайте Wildberries сделала заказ. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Ну, первое, что я хочу показать. Решила себе купить новую чашечку. С кошачьей темой. Тема кошек у нас сейчас очень популярна в семье. Кошек мы любим. И когда на сайте я увидела вот такую красоту, я не смогла. Не смогла себе отказать. Вот такая вот замечательная стеклянная, как я люблю, чашечка. Очень легенькая. Очень красивая. Прям супер просто. Там были еще несколько вариантов. Ну вот наподобие. Просто сказка. Легкая, красивая, стильная такая. Производитель Gift and Home, Великобритания. Изделие не пригодно для посудомоечной машины и микроволновой печи. Кухонное полотенце, набор. Вот посмотрите, так вот хорошо упаковано. Можно подарить, если кто-то задумался о том, что можно подарить на день рождения, там впереди Новый год, еще какие-то праздники. То вот один из вариантов полотенца. 100% хлопок. Хороший такой немаркий цвет. Петелька имеется. Такая вот декоративная отделка. Здесь три полотенца в этом наборе. Полотенце кухонное – это вообще моя любимая тема. Gift and Home. Полотенце называется «Шотландская клетка». Размер 40 на 60 сантиметров. 100% хлопок. Вот такая красота. У моей мамы день рождения. И для нее я решила на кухню, ей на кухню тоже сделать подарок. Стильные вещи на каждый день. Также серия Gift and Home. Открываем. Вот так вот коробочка открывается. И вот такая вот замечательная картиночка. Эту картинку можно использовать как подставку. Вот смотрите, с обратной стороны имеются вот такие вот штучечки, на которые можно поставить. Либо можно повесить на стену. Ну, это уже кто как захочет, можно использовать. Очень такая вот домашняя, уютная. Ну, просто сказка какая-то. Просто сказка. Шикарные цветы. Стильная такая штучка. Я думаю, маме на день рождения очень понравится. Ну, и еще вот для мамы кашпо. Сейчас открою, покажу. Тоже вот в такой пупырчатой упаковке. Вот замечательное такое красивое, стильное кашпо. Я думаю, вот вместе... в интерьере они будут прекрасным образом сочетаться. Классное такое кашпо. Под цветы ли. Просто ли будет стоять. Вот смотрите внутри как выглядит. Ну, в общем, называется это кувшин для цветов. 14 на 18 сантиметров. Материал металл жесть. Вот такая вот красота. Варианты тоже были разные. Расцветки там вот сиреневыми цветами было. И вот такими розовыми. И форма, сама форма этих кувшинчиков отличается. Ну вот это прям вообще сказка. Просто прелесть. Прям я в восторге. Себе тоже надо такую штуку заказать. Ну вот и все. И упаковала обратно, как будто так и было. Удачная такая коробочка. Интересно очень. Смотрите, это прочное термостойкое изделие. Оно не боится царапин от ножей, агрессивной среды и высоких температур.
но и при использовании в посудомоечной машине может произойти отделение ножек, приклеенных с обратной стороны доски для удобства эксплуатации. Изделия бренда Gift & Home не только надежные и современные, они многофункциональные. Прежде всего, это товар, несущий настроение в ваш дом, дачу, офис или студию. Данные изделия можно использовать для нарезки продуктов и подачи их к столу в качестве сервировочной тарелки мясной или сырной нарезкой. В качестве подставки под горячий чайник или сковороду защитит поверхность стола от порчи и загрязнений. Изделие не боится высоких температур и царапин от ножа. Ну и еще здесь две коробки стоит. Давайте будем открывать и смотреть, что же у нас тут в коробках. Ну это я для себя уже любимой заказала. Интересно, что же там такое. Вы сейчас, наверное, немножко удивитесь. А может быть и нет. Да. Продолжение кошачьей темы. Я решила заменить посуду на новую, красивую, с кошачьей темой. Заказала вот такие 4 салатника. Ну просто вообще супер. Это вот салатничек, супничек такой. Это Ваня, буду суп сюда наливать. Да, Вань, смотри, видишь, вот с котиками, с мышками. Он тут, конечно же, со мной. Кошки. Кошки, да. Вот, не дам. Так. Кошки. Это фарфор. Костяной фарфор. Нельзя сказать, что салатник тяжелый. Ой, а тут вот мышки. Вот тут мышки с сыром. Вот, с одной стороны мышки, а с другой стороны кошки. Вот такая кошки, красота. Мышки. Да, кошки-мышки. Впереди Новый год. Да. Рождество. Это тебе? Вот это. Это всем нам. Всем? Да. Будем праздничный стол. Но использовать новой посудой. Но это ведь еще не все. Еще одна коробка. Давайте откроем и посмотрим, что в этой коробке. Давай. Сейчас вовсю уже создается праздничное настроение. Люди потихонечку начинают готовиться, что-то себе искать, подбирать. Я не исключение. Та-дам! О! Точно из такого же фарфора костяного. Еще тарелки на каждый день. Я начну их использовать уже скоро, на каждый день. Замечательные вот тарелочки. Заказала тоже 4 штуки. Вот такой получился у меня замечательный заказ. Ссылочки оставлю под видео. Если вам интересно, вы тоже можете пройти, может быть, что-то выбрать для себя. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии. Яйца закладываем очередной раз. Сколько тут штук? О, я даже не считал. Ну, 100 было. Еще штук 200, наверное. Прикольно. Смотри, яйцо. Нет, ну столько-то, конечно. Ну да, этот. Рыжик поигрался. Прыгал мне тут. Решил попрыгать. Вот, раздавил яйцо. Засранец эдакий. И вот. Ну, устроил он тут дела. Ну да, вот которые закрытые, все нормально. А здесь он поскакал. Ну, играться хотел, скажу. Маманкой. Маманкой. Ребеночек. Одна такая сетка с бройлерными яйцами стоит. Ячейка. И вот одна с перепелиными теперь будет стоять. Как раз вот прошла вот эта разница между 21 днем куриными и 17 сутками перепелиными. Разом вылупляться будет. Чтобы, ну, примерно. Они нежные, прям не знаю какие. Да вижу я. Переворачивай. А то затухнут. Они не затухнут, они высохнут. Вот чем отличается перепелиное яйцо от куриного? Забыла? Тем, что перепелиное не протухает, оно высыхает. Пойти еще яичко принести. А я что-то на еду сейчас сварить надо, съесть.